Всем большой-большой привет! Я очень-очень рада снова видеть вас на моем YouTube-канале, и сегодня в этом видео мне бы хотелось рассказать вам о моем уходе о коже лица, а именно о моем знакомстве с латвийской маркой органической косметики Madara. Если вы следите за моим инстаграм-аккаунтом, то вы видели мои спецрепортажи, и репортаж также о косметике Madara был в специальном видео о бьюти-новостях. Теперь это отдельное видео, которое я хочу посвятить исключительно бренду Madara и рассказать о тех продуктах, которые я приобрела, которые я попробовала и которые оставили меня в полном восторге. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Как я уже сказала, бренд Madara – это бренд органической косметики, это бренд латвийской косметики. Марка достаточно молодая, ей меньше 10 лет, но данная марка уже успела зарекомендовать себя на косметическом рынке. У марки Madara есть свой международный сайт, ссылочку я обязательно оставлю внизу, и также в Латвии, в частности в Риге, представлены моно-магазины, такие бьюти-кафе, скинкэ-кафе, вернее, марки Madara, где вы не только можете приобрести средства по уходу за кожей лица, по уходу за телом и по уходу за волосами от марки Madara, но также вы можете непосредственно сразу у косметолога, у профессионального косметолога, работающего на средствах марки Madara, сделать уход за своей кожей и попробовать все те продукты, которые вы планируете приобретать. Как я уже говорила, в марке Madara я решила попробовать достаточно большое количество продуктов по уходу за кожей лица, потому что марка меня очень-очень заинтересовала. Я взяла для себя специальный набор из 5 бестселлеров, из 5 топовых продуктов, плюс я взяла для себя сет из пилинга и детокс-маски. Также я взяла для себя мыло для тела и получила в подарок специальное очищающее молочко от марки Madara. И также я получила в подарок вот такие вот 2 шикарных конверта с пробниками, полные различных саше и средства от марки Madara для того, чтобы их смело тестировать в поездках, дома и вообще где бы я ни была. Очень, кстати, удобный формат. Видите, вот очень классная идея, собственно, придумать такие вот конвертики для пробников, для того, чтобы вам было очень удобно их класть с собой, возить с собой. И вот, собственно, международный сайт марки Madara www.madaracosmetics.com. И на этом сайте вы можете смело ознакомиться со всем ассортиментом средств по уходу за кожей лица, тела и волосами от марки Madara и, собственно, заказать понравившиеся вам продукты. Набор из 5 бестселлеров у меня был вот в такой вот косметичке. Я, собственно, в эту косметичку сложила все уже средства от марки Madara, которые у меня есть, безжалостно просто выкинув бумажную упаковку. Сейчас я быстренько по всем средствам пробегусь. Одного из них у меня сейчас нет в наличии, я его оставила у подруги, но я все равно о нем вам обязательно расскажу, потому что оно мне очень-очень-очень понравилось. Итак, я снова возвращаюсь к тому, что показываю вам эту косметичку. В этой косметичке был набор из 5 мини-продуктов, бестселлеров от марки Madara. Набор называется Fab Skin Jet Set. И сейчас я быстренько покажу вам все те 5 малышей. Ну, на самом деле, они не совсем малыши, которые у меня были в этой косметичке. Косметичка, кстати, очень удобная, активно ее сейчас использую. Первый продукт, о котором, как я уже сказала, я очень-очень хочу вам рассказать, но, к сожалению, который я сейчас не могу показать, потому что я его оставила у подруги, это мицеллярная вода с гиалуроновой кислотой от марки Madara. Вода очень классная, собственно, она очищает мою кожу, удаляет все загрязнения, удаляет остатки макияжа и, в принципе, удаляет весь макияж, как любая мицеллярная вода, но такой замечательный компонент, как гиалуроновая кислота в ее составе, позволяет еще и очень активно ухаживать за моей кожей. И если после использования другой мицеллярной воды у меня, вернее, может на коже возникнуть такое вот легкое ощущение стянутости и дискомфорта, то после использования мицеллярной воды с гиалуроновой кислотой от марки Madara кожа моя чувствует себя очень и очень комфортно, и я ее с удовольствием использую в те моменты, когда мне хочется не просто смыть макияж и очистить мою кожу, но еще и поухаживать за моей кожей. Как правило, если я сначала снимаю макияж, потом еще какое-то время хожу и делаю какие-то свои домашние дела, а уже потом принимаю
принимаю вечерний душ. Вот во время принятия вечернего душа я уже специальным очищающим гелем качественно еще раз повторно очищу кожу моего лица, но после того, как я сняла свою косметику, я позволяю вот той гиалуроновой кислоте, которая была в составе данной мицеллярной воды, эффективно поработать, увлажнить мою кожу и восстановить ее после стрессового дня в мегаполисе. Следующий продукт, который был у меня в наборе Pop Skin Jet Set от марки Madera, это вот такой вот малыш скраб. Это бестселлер марки, это такой вот мягкий-мягкий скраб с легкими абразивными частицами, который называется Exfoliating Oil to Milk Scrub. Это и не молочко, и не масло. Это такой вот промежуточный продукт, который очень мягко очищает кожу. Честно говоря, как вы знаете, скрабы для своей комбинированной и жирной кожи я не очень люблю. Я предпочитаю эксфолировать свою кожу с помощью кислот, поэтому полноразмерное средство я брать не стала. Я взяла вот такого вот малыша для того, чтобы попробовать, потому что в магазине я протестировала, и мне очень понравилась консистенция, несмотря на то, что в данном скрабе абразивные частички есть, они настолько мягкие и настолько деликатно отшелушивают вашу кожу, что я предположила, что, возможно, данный скраб очень-очень мне понравится и подойдет для моей зоны декольте. И, собственно, вот именно для этой зоны я его взяла и буду использовать. Данный скраб наносится массажными движениями на кожу, его можно оставить на 3-10 минут, и он, собственно, отработает, удалит все частички и оставит вашу кожу такой вот гладкой, шелковистой, не нарушив ее липидного баланса. Следующий малыш, это еще один бестселлер марки Madera. Это вот такой вот розовая линеечка. Розовая линейка марки Madera посвящена средством для увлажнения вашего лица. И это у нас Hydra Mask Instant Moisture Plus Radiance Hydra Mask. Это увлажняющая маска, которая очень активно увлажняет вашу кожу, добавляет ей сияние, улучшает состояние вашей кожи, которая подходит для, собственно, сухой кожи, для обезвоженной кожи, в принципе, для уставшей кожи. Данный малыш в объеме 12,5 мл. Я думаю, что, в принципе, применение на 3-4, а то и 5 мне его точно хватит, чтобы распробовать. Данная маска наносится и оставляется на вашем лице 15 минут. Я и попробовала данную маску. Мне данная маска очень понравилась. И это как раз один из тех продуктов, которые я при возможности, еще раз, очередной раз оказавшись в моей любимой Риге, приобрету, но уже в полноразмерном формате. Следующий продукт, который был в наборе, собственно, это полноразмерный продукт, потому что это крем для глаз в объеме 15 мл, а 15 мл это у нас такой стандартный объем для любого профессионального крема для глаз. Это Smart Oxidants линейка, это вот такая вот черненькая линейка от марки Madera, это Anti-Fatigue Eye Rescue Cream, то есть это такой вот волшебный крем, который, в принципе, решает все проблемы, касающиеся нашей зоны вокруг глаз. Он активно борется с морщинками, он убирает темные круги, припухлости, эффект уставших глаз, делает вашу кожу отдохнувшей, сияющей. У него вот такой вот маленький носик-дозатор, с помощью которого очень удобно небольшое количество данного крема нанести на подушечки ваших пальцев и потом, вот как я уже показывала, вот такими вот легкими притамповывающими движениями распределить данный крем по вашему веку. Я данный крем буду использовать именно как вечерний, потому что с утра я стараюсь, чтобы мои глазки максимально были увлажнены, вернее, кожа вокруг моих глаз, кожа век была максимально увлажнена, а вечером я как раз использую такие вот антиэйдж, достаточно сильные крема, которые борются вот со всеми теми основными проблемами, которые у нас могут в зоне вокруг глаз возникнуть, для того, чтобы с утра я всегда имела свежий отдохнувший вид, без морщинок, без темных кругов, без припухлости, и в этом на данный момент мне помогает вот такой вот Anti-Fatigue Eye Rescue Cream от марки Madera. И последний, пятый продукт, это уже малыш в объеме 20 мл, тоже из линейки SOS. Это в данном случае уже белая линейка, это увлажняющий крем для лица, это Hydra Recharge Cream, который подходит, в принципе, для всех типов кожи. Как я уже сказала, данный крем подойдет для всех типов кожи, для кожи в стрессе, он прекрасно увлажняет, он прекрасно восстанавливает вашу кожу после различных каких-то нехороших спецэффектов. Я извиняюсь, данный крем достаточно тяжело показывать, потому что он вот полностью отсвечивает и превращается в такое вот белое полотно, но, тем не менее, вы знаете, что это именно
Hydro Recharge Cream от марки Madara, и данный крем подойдет для всех типов кожи. Он такой достаточно универсальный, он и не очень жирный, и не очень легкий, и, собственно, он решает проблему дехидрации вашей кожи, обезвоженности, сухости. Я думаю, что в летнее время данный крем будет для меня тяжеловат, а вот как раз в осенне-зимний период, когда я перехожу на более плотные крема, на чуть более тяжелые текстуры, данный крем как раз будет именно то, что доктор прописал, для того, чтобы во время зимних морозов, для того, чтобы во время метели, ветров и остальных наших чудесных спецэффектов средней полосы во время зимы, моя кожа не краснела, на моей коже не появлялась излишняя сухость, и для того, чтобы моя кожа продолжала себя чувствовать очень комфортно, была увлажненной, была напитанной и была ухоженной. Следующий супер дуэт от марки Madara, как я вам уже сказала, это вот такие вот две зеленые баночки. Одна из них Peel, вторая из них Detox. И, в принципе, вот к этой же линейке у нас относится, как я вам говорила, вот этот вот белый скраб, в данном случае малыш. Ну, скраб, как я вам уже сказала, меня полноразмерно не очень интересовал, потому что скрабы абразивные я не очень люблю. Я выбрала для себя именно вот этот вот пилинг. Я хотела попробовать пилинг с АХА-кислотами. Это Brightening AHA Peel Mask. Это маска, ну, фактически это пилинг, полноразмерный, в объеме 60 мл, который обновляет мою кожу, убирает все омертвевшие частички, который добавляет сияние коже, осветляет какую-то излишнюю пигментацию. Данный пилинг можно оставлять на коже на 3-10 минут, потом смывать водичкой. Все продукты марки Madara имеют сертификат EcoCert. Кстати, обращаю ваше внимание, вот он, подтверждающий, что все данные средства, они являются полностью органическими и очень-очень качественными. Сам пилинг имеет вот такую вот беленькую полупрозрачную текстуру. Я делала уже его несколько раз, и очень-очень он мне понравился, как такой вот мягкий. Он, безусловно, не агрессивный пилинг. Это такой вот очень приятный мягкий пилинг, который я оставляю даже на 10-15 минут для того, чтобы он наиболее эффективно отработал с моей кожей, которая, как я уже говорила, является комбинированной местами жирной, с расширенными порами, с неровным рельефом. И вот для меня АХА и БХА кислоты — это просто мой постоянный must-have, это мое все для ухода за моей кожей. И в комплекте с этой волшебной маской от марки Madara я взяла вот такую вот маску очищающую с глидой. Это маска Detox, потому что на них в комплекте было очень-очень хорошее предложение. Вместе два эти продукта шли с ощутимой скидкой, от чего я не смогла отказаться, поэтому взяла еще одну вот такую вот зелененькую масочку. В данном случае, как я уже сказала, это Ultra Purifying Mood Mask. Это маска на основе глины, это маска очищающая. Маски на основе глины также очень показаны всем обладателям жирной комбинированной кожи, потому что они регулируют количество себума. Глина очень классно очищает поры, и данная маска очень неплохо сужает поры, обновляет, в принципе, вашу кожу. Она, сейчас мы посмотрим, я ее тоже уже несколько раз делала, она такого волшебного коричнево-зеленоватого, вот если видно оттенка, наносится тонким слоем на ваше лицо, потом высыхает, высыхает она достаточно быстро, и после этого вы данную масочку смываете. Ну, по инструкции ее можно держать 5-10 минут, но на самом деле, как только она высохла, ее уже можно смывать, особенно если вы обладатель чувствительной кожи, а, кстати, комбинированная жирная кожа, она также может быть чувствительная, то есть тот факт, что у вас кожа жирная или комбинированная, он совершенно не исключает того факта, что ваша кожа может быть чувствительная, собственно, как и произошло в моем случае, поэтому я прекрасно знаю, что подобные масочки, масочки на основе глины, я держу как раз по минимуму, если масочки с кислотами и различных эксфолианты я держу по максимуму, потому что моя кожа уже к кислотам привыкла и приучена, то масочки с глиной я держу на своей коже по минимуму для того, чтобы кожу не пересушить и не вызвать излишнюю чувствительность моей кожи. Как я уже сказала, сейчас у марки Madara на данные два продукта в комплекте очень хорошее предложение. Не пропустите, загляните на сайт и порадуйте себя в преддверии новогодних праздников вот таким вот отличным дуэтом двух масок от марки органической косметики Madara.
Также я приобрела для себя вот такое вот мыло для тела. Это уже, на самом деле, брусочек уже просто вот пополам использованный. Брусочек, который совершенно потрясающе пахнет овсяным молочком. Это такое вот увлажняющее, очень мягкое мыло. Я, в принципе, не люблю гели для тела. Я очищаю свое тело раз в день, принимая душ специальным мылом, мягким мылом, очень увлажняющим мылом. В марке Мадера есть несколько вариантов мыла для тела. Я остановила свой выбор именно на этом, благодаря его потрясающему аромату, который такой вот очень расслабляет, очень успокаивает, и вот прям мне нравится, 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 и, как вы видите, я достаточно активно данное мыло использую, оно мне очень-очень нравится, оно абсолютно выполняет все те обещания, которые производитель заявляет. Да, я, безусловно, после того, как я приняла душ, я наношу увлажняющий крем на свою кожу, но это исключительно мой пунктик, я просто стараюсь максимально тщательно ухаживать, в том числе и за кожей моего тела, но глобально данное мыло последующего нанесения увлажняющего лосьона или крема не требует, потому что ваша кожа и так будет увлажненной и эластичной. В качестве подарка при покупке всех этих средств я получила вот такое вот очищающее молочко от марки Мадера. Это полноразмерный продукт. Продукт в объеме 200 мл с вот такой вот помпой, дозатором. Это молочко подходит для всех типов кожи. В нем содержится экстракт жасмина, который успокаивает вашу кожу. И данное молочко, оно предназначено для мягкого очищения кожи, для удаления макияжа, для удаления различных загрязнений. Ну, как вы знаете, все, что касается удаления макияжа, здесь я предпочитаю использовать либо гидрофильное масло, либо мицеллярную воду. А вот такое вот увлажняющее молочко я, как правило, использую, если я предпочитаю очищать мою кожу, в принципе, без воды, а с возрастом мне приходится это периодически делать. Вообще, постепенно я начинаю приходить к тому, что за нашей кожей лица можно ухаживать без применения воды. Вода, честно говоря, кожу все-таки сушит. И раньше я об этом способе только слышала, теперь я его периодически практикую, и я думаю, что в ближайшее время я буду его очень активно внедрять в свой личный уход за кожей лица. Способ состоит в следующем. Мы не умываем лицо, мы не очищаем лицо с помощью обычной воды. Мы сначала очищаем лицо с помощью очищающего молочка, выдавливая небольшое количество молочка либо на наши ладони и массируя наше лицо, либо выдавливая небольшое количество очищающего молочка на ватный диск и протирая ватным диском наше лицо. Это у нас получается первый этап очищения, то есть с помощью очищающего молочка мы сначала очистили нашу кожу, а потом мы повторяем очищение, вернее, продолжаем очищение с помощью специального очищающего тоника. Поэтому, если вечером, после того, как я провела целый день в городе, на моем лице целый день находилась косметика, я, безусловно, не могу отказаться от использования воды. Я использую сначала мицеллярную воду, потом, если на моем лице находилась стойкая косметика, я использую гидрофильное масло, и уже потом я использую классическое умывание с водой и специальным очищающим гелем, то, как правило, по утрам, когда моя кожа, в принципе, не имела такого количества загрязнения и такого количества воздействия агрессивных факторов на себя, легко можно обойтись умыванием без воды, а именно использовать сначала очищающее молочко, а потом очищающий тоник. Это позволит вам избавиться от всего того загрязнения, которое накопилось на вашей коже за ночь, и при этом не пересушить вашу кожу. А как я уже сказала, для кожи, которая становится постепенно склонна к сухости, а с возрастом любая кожа становится постепенно склонна к сухости, данный лайфхак, такой бьюти-лайфхак, очень-очень будет эффективным. Вот попробуйте, пожалуйста, потом расскажите мне в своих комментариях. Я думаю, что вам данный способ очень-очень понравится. Я сама, повторюсь, сначала отнеслась к нему с некоторой опаской, а потом попробовала и заметила, что действительно состояние моей кожи улучшается, особенно в осенний зимний период, когда и так достаточно большое количество факторов, которые начинают активно сушить кожу. Это и батареи, и кондиционеры, и ветер. И действительно, за кожей надо в этот период очень и очень тщательно ухаживать. Как я вам уже показывала в начале видео, также я от марки Мадера получила два вот таких вот конверта с различными саше и пробниками, и в этом конверте у меня всякие разные штучки по уходу за кожей лица, различные, которые я буду пробовать и о которых вам буду с удовольствием рассказывать. Здесь и тоник, и увлажняющий крем из розовой линеечки, и различные сирумы и флюиды. А во втором конвертике у меня
всякие средства по уходу за волосами и за телом от марки Мандры, которые тоже буду пробовать и которые, уверена, 100% мне понравятся, потому что, честно говоря, я уже влюбилась в марку Мандра. С удовольствием ей буду пользоваться, с удовольствием с ней буду дружить и с удовольствием буду обновлять свои запасы косметики Мандра при моих визитах в чудесную Ригу. Итак, я очень надеюсь, что данная информация оказалась для вас полезной. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, не поленитесь, поставьте лайк. Мне будет очень-очень приятно. Если у вас остались вопросы, оставляйте, пожалуйста, комментарии внизу. Также, если вы попробуете вот этот волшебный способ очищения лица без воды, о котором я вам в этом видео рассказала, тоже оставляйте свои комментарии и отзывы внизу. Мне будет очень-очень интересно их почитать. Спасибо большое, что остаетесь со мной. До скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока.